направить на набережную. Хочу показать контрасты архитектуры дореволюционной и уже советского времени. Смотрите, тут для девочек, пожалуйста, извините, здание. Красиво, красивый балкон, терраса. Это здание, построенное в начале 20 века, как Ялтинское коммерческое училище. Многие годы в этом здании находится одна из школ города Ялты, школа номер 12, с углубленным изучением английского языка. Сейчас ты не удивишь, но тогда... 40 лет назад это было редкостью. Вот такая специализированная школа находится здесь перед вами. И напротив целый застроечный массив. Это наше бывшее педагогическое училище. Это один из, так сказать, составных частей нашего Таврического университета федерального имени Вернадского. Там же много, 6 или 7 заведений. И напротив смотрим горы. Как вам эта красота? Синими. Знаете, когда поднимаешь глаза, у меня первое ощущение, боже мой, сейчас начнется гроза. Называют в городе это чудо архитектуры шестой элемент. Ну, бог с ним, не будем о плохом, давайте лучше о хорошем. Посмотрите, какой замечательный памятник, бронзы, чудесному человеку. Имя этого человека вам всем известно и знакомо, просто вы сразу его не назовете. В этом году в Крыму очень важное в Ялте событие. 100 лет Ялтинской киностудии. Именно тогда, в горниле 17-го года, между революциями в Ялте появился этот удивительный человек, Ханжонков Александр Алексеевич. Он приехал сюда и создал здесь кинофабрику. Вот здесь, как раз в заречной части, за рекой, вот это у Чансу, часть называлась Заречная. Открыл кинофабрику. Он не приехал просто сам. Он привез сюда самых лучших режиссеров. Он был как продюсер, как бы мы еще не сказали. И актеров того далекого времени. В России был в то время очень талантливый режиссер, немец Бауэр. Он снял очень много картин, даже знаменитую «Оборону Севастополя». Полнометражный, 100 минут идущий фильм. Очень такой большой фильм был для того времени. И вообще за три года существования, до 20-го года здесь, Ялтинской кинофабрики, было снято 300 лент. Во всех почти них, этих лентах, были заняты звезды российского немого кино. И среди них два самых известных, мегазвезды, как мы сегодня сказали. Это женские роли исполняла знаменитая Верочка Холодная, а мужские красавец Николай Мажихин. Верочка Холодная, к сожалению, очень рано ушла из жизни. Испанка 19-го года ее забрала в лучший мир. А что касается Мажихина, он еще долго творил. А что сказать о Ханжонкове? Он не принял советскую власть, и будучи человеком небогатым, он просто в 21-м году уходит в эмиграцию. Он попадает на Мальту совершенно без вот копейки, без полгроша. Помыкавшись там с семьей, он через несколько лет тихо возвращается в Ялту. И как бы о нем ни слова. В довоенное время в Советском Союзе об этом человеке, а Ялтинская киностудия, как филиалы киностудии Горького, киностудия Одесская, киностудии чего только не было, где они только не работали, под какой крышей, о нем не говорили. Только потом потихоньку это имя достали из небытия, а очень жаль. Этот человек очень скромно прожил остаток своей жизни, вот так триумфально начав ее, основоположник отечественного кинопроизводства. Ее отец, тоже большое, так сказать, имя. Он умер в Ялте в апреле 1945 года, похоронен на Поликовском мемориальном кладбище. Все. В Москве есть дом кино, а у нас есть целый цикл такой вот тоже мероприятий, посвященных Ханжонкову. И показывают старые фильмы, и снятые при его участии, продюсировали и так далее. То есть вот такой памятник такому замечательному французскому мушкетеру. Вот он такой изящный, он военный был, отставной как это маленькое звание в российской армии было, уйдя в отставку, как братья Люмьер заболел кино. Это было модно, необычно. Причем музеи Крыма – одни из самых старых музеев в России. Керченский музей древности был основан в 1830 году. В 1811 Броневский открыл музей в Пензе. А вот Ялтинский историко-литературный музей был основан в 1892 году. И находится, это один из корпусов, потому что несколько корпусов у музея, находится в уникальном здании, построенном ялтинским гражданским архитектором, а после блистательным всероссийским именем архитектором Николаем Красновым, тот, что построил Белую Ливадию. Это одна из его работ. Дом построен на улице Пушкинской для ялтинского мещанина по фамилии Майток. Вот в этом доме на Пушкинской 5А находится здание Ялтинского историко-литературного музея. Экспозиция небольшая. Это страница истории Ялты и, главное, одна из четырех золотых кладовых Крыма здесь находится. И слава Богу, что Ялтинский музей свое золото в Амстердам. Посвящено блокауту Крыма. И тут, по месяцам нашего света.
по существованию. Спасибо. Ну, ничего, мы все пережили. То есть за 3 года уже была у нас, воду перекрывали, ну, то, что касается продовольствия программы, Украина очень хорошо себе подумала, что мы умрем с голода, это не слишком шикарно себе подумали, но с электричеством, конечно, было сложно. Хорошо, что не наступил полный энергетический коллапс, наши ребята крымские сработали, я считаю, на славу. Были такие совещания в прямом эфире, Аксенов проводил жестким образом, всех устроил своих подчиненных. И мы как-то пережили этот сложный этап. Света не было в некоторых, так сказать, населенных пунктах до 12-14 часов. 2 через 2, 1 через 3 и так далее. Вот когда все это закончилось, появились эти лампочки, как память. В этом году сразу украсила вот эту часть города. Архитектор, который ее построил, Александр Бекетов. Николай Николаевич Бекетов, вспоминаем курс химии школьной, был известным русским химиком-аналитиком. Московский университет, у него было 3 сыновей. Вот старший из них Александр стал очень известным архитектором. У него много построек. В последние годы после революции он жил, работал в Харькове. А здесь вот до революции вот он составил проекты. Гостиница «Арианда», его детище. В конце 80-х годов ушедшего 20 века гостиница пришла в небытие. Такое трухлявое состояние. Думали ее выкинуть, разобрать. Ну хорошо, сделали. Ее отреставрируют по оригинальным объемам и чертежам. То есть внутри она модерная, современная, а снаружи такой, как бы она в 1907 году. Многие годы после войны это была очень престижная гостиница. Тогда звезды не присваивали, но я считаю, что это 5-звездочная гостиница. До постройки Ялта интуристской гостиницы в 1965 году это была интуристская гостиница. 2 наших театральных учреждений города. Первое здание театра в Ялте появилось в 80-е годы 19 века. Вот здесь, в городском сквере, на средства городских властей было построено очень что-то примитивное. Небольшая загородочка, 150 человек вмещали, деревянные скамьи, крыша сверху двухскатная и небольшая сцена. Уборные для артистов были отдельно. Это долго не могло существовать, город рос и развивался, и поэтому необходимое строительство театра, здания, во всем и поднималось в городской думе. И, наконец-то, в конце 19 века здание было построено. Причем с большим успехом здесь выступали гастролирующие труппы. Это малороссийские, из центральной губернии России здесь выступали артисты. В 1900 году к нам в Ялту, вернее, кантон Павловича Чехова, приехал МХАТ во главе с Немировичем Данченко и Станиславским. И в течение 8 вечеров на сцене Ялтинского театра были даны 8 мест представлений. 4 Ибсена и 4 Антона Павловича Чехова. Причем хочу сказать следующее. Именно здесь, в Ялте. А в апреле 1900 года впервые на ура была принята «Чайка», потому что годом ранее в Санкт-Петербурге ее просто освистали, сказали, что это не пьеса, и вообще что-то непонятное и неясное для русской публики. Зато здесь, в Крыму, в Ялте, его действительно рукоплескали и пьесе, и главному автору. Антон Павлович Чехов был просто на 7-м небе блаженства, все прошло замечательно. Но через 4 месяца, осенью того же 1900 года, произошла нелепая случайность, и театр сгорел. И началась долгая тяжба в нашей государственной, в нашей городской думе о том, где же взять деньги на восстановление строительства нового театра. Но денег на культуру никогда не было, и тогда никто не знаю, когда они уже будут в достаточном количестве. Но все-таки они были найдены, и по проекту архитектора Тарасова в Ялте появился театр. Вот он был приблизительно таким, потому что приблизительно немножечко, давайте сюда, немножечко он уже изменен. И этот театр стал центром культурной жизни нашего города. Вы знаете, в Ялте, как и во многих городах Таврической губернии, своей постоянной труппы никогда не было. Труппа была у нас в Севастопольских театрах, в Евпатории одно время и, конечно, в Симферополе. Наш русский академический театр с 1818 года, он существует уже более 200 лет. Значит, появляли театральные труппы. Гастролировали, кого мы только тут не видели. МХАТ приезжал, Линком приезжал. Ну вот, нельзя даже какие театры в свое время, в свою юности, я вот в своей юности могла здесь лицезреть на сцене этого театра. В 1945 году было принято решение присвоить здание театра в Ялте или Антон Павлович. Тем более, что вот рядом, смотрите, вот заканчивается наш сквер, и вот стоят машины. Идет небольшая перпендикулярная очка, очень коротенькая. До революции она называлась Виноградная. А все это вот где-то после военного времени она стала называться Чеховой. Вот тоже такой чеховский уголок Ялты. Начало 90-х годов, но все вспомним, что мы все пережили в бывшем
Союзе, развалившемся Союзе. Какое было время, непонятно везде, во всех лучших странах СНГ, да, далеко не лучше. И здание пришло в упадок, появился забор, и решили, что с ним делать, убирать, сносить. И, знаете, долгое время, ни денег не могли найти, ни подрядчика, но ничего, все-таки нашли деньги. И знаете, хочу вам сказать интересное, вот я не знаю, как решен вопрос. Один из московских меценатов, они имя сильно не разглашают, дал деньги, взял в подряд турецкую строительную фирму «Ирбек», у нас тогда работала очень в те годы, и очень быстро они сделали эту красоту. То есть снаружи он имеет те же объемы, что Тарасовский, единственное, вот эти пристройки. Слева это одноэтажная пристройка театральная, кафе совершенно симпатично. А справа это кассовый зал. Центр, центральный вход, второй этаж, очень красивый вестибюль, при входе на балкон, ну что-то совершенно необыкновенное, и он весь украшен, так сказать, оформлен витринами, связанными с постановками из Чехова. Хороших. Центральная часть сохранилась. Это была ванная заведение господина Распе. Здесь отпускали ванны морские, и пресные, холодные, и прохладные и так далее. То есть именно ванная, такое лечебное заведение в двух этажах, причем было женское отделение и мужское. И что было очень важно и ценно для начала 20 века, заведовал женским отделением доктор-врач. Путеводители обязательно это обозначали, что врач – женщина, то есть, ну, чтобы пациентки знали. Вот так они существовали, я подскажу, что теперь стало. А на сторону набережной, к восточному углу гостиницы «Правда», на часть первого этажа была пристроена пристройка в виде русской. Это был пустый бумажный магазин господина Исаака Синари. Этого человека взял пустой, потому что это был литературный круг. Это было такое место в сказке, то есть не ездит литератор, взял там литературный сад. У него можно было много пути, попить кофе, чай и вот какой-то такой красивой книжки, записать пожелания кому-то, своему другу, скажем, тому же Короленко, тому же Бунину и так далее. Вот такой вот своеобразный клуб, русская избушка были здесь. В жизни было много и очень завидных магазинов. Вот замечательный магазин персидских вещей. Здесь был магазин французской моды. Внутри магазина была маленькая комната, где работали модистки, которые шили нижнее белье для дам, потому что рубеж века ознаменовался изменением нашего женского туалета, и вместо жестких корсетов появилось то, что мы носим и сегодня. Но это шили только высококлассные модистки. Отбоя от клиенток не было. Лучше аптек и аптечного магазина Ялты господин Исааку Ливингтон. Исаак Ливингтон приехал в Ялту в 60-е годы 19 века, обзавелся семьей и стали появляться детки. 1879 году в семье появилась девочка, которую по-еврейски назвали очень умно, выставили, так сказать, действовали крещение в синагоге, но как бы более благозвучно, это была Аделаида. Аделаида Ливингтон, вот она выросла на этом году. Тут недалеко здание Ялтинской женской гимназии, кстати, одной из первых в Таврической губернии, сейчас гимназия имени Чехова, классическое здание гимназии, построено по проекту Николая Петровича Красного, шикарное, совершенно здание. Когда она стала взрослой, она была очень амбициозной барышней. Она уехала в столицу и стала заниматься театральным искусством. Став артисткой, она колесила по империи с гастрольными группами, прибилась в группе, такой был Николай Левин. Очень красивый мужчина, судя по телефону фотографиям. У молодых людей завязался роман, но было одно но. Николай Левин был женат. Но это не помешало Аделаиде с ним хорошо, так сказать, общаться. И в один из однажды они приехали в Ялту на гастроли. Естественно, родителям эта связь не понравилась. Они сказали, ну как, это приличная еврейская семья, девушка живет с человеком без венчания, без ничего, и еще и жена. Она сказала, ах так, ну не хотите, я вам всем докажу. И она доказала всем, не только своей семье, всему своему окружению. Это маленькая, хрупкая, черная девушка, задумала необыкновенная. Она переехала на корабле. Покорила, переехала Атлантику, оказалась в Америке, добралась до Голливуда и покорила его. И стала звездой Голливуда. Алла Назимова. Может быть, вы когда-то будете читать или слушать. А вот Аделаида Ливингтон, девочка с Ялтинской набережной, с этого дома. И звезда Голливуда. Одно и то же лицо. Даже с Рональдом Рейганом снималась уже в конце года. Чарли Чаплин. Там уже солнце высохло. На улице Морской,
И, кстати, название менялось. Здесь очень много дореволюционных домов. И справа, и слева. Хочу показать отсюда один. Смотрим, по левой стороне, вот он немножко заворачивает. Дом, над ним современный тяжелый пентхаус построен. Видите, современные крыши. Дом двухэтажный, два этажа надстройка. Это здание занимает уже почти 70 лет. Наша городская общественная библиотека имени... Совершенно правильно. То, что дальше идет параллельно улице Чехова. То есть такой вот кусочек. А немножечко дальше, за поворотом, очень красивое дореволюционное здание, ну, просто еще на эту улицу оборачивать не будем, которое принадлежало художнику Латри. Это один из трех внуков Ревазовского, который был уже в Ялте, Латри. Пойдемте. Огромная гостиница «Марина». Это имя дочери владельца гостиницы. Вот и такое здание здесь появилось. Прямо в центре набережной напротив моря. В этой гостинице один из своих приездов до приобретения земли и постройки дома в Верхней Утке остановился Антон Павлович Чехов. Гостиница А вообще-то такие вот, то есть самая длинная улица Ялты, от моря туда наверх. Тоже видите, как украшено гербом Ялты, это герб нашего города. И в конце улицы видите купола храма, Александро-Невский собор, кафедральный собор Ялты. 12 церквей у нас у благочинного ялтинского уезда отца Адама, это его кафедра. Собор был построен в 1902 году, где Шаповал и Краснов участвовал. Кто только из русских ялтинских архитекторов не приложил руку создания этого собора. В классическом древнерусском стиле, как храмы Московского Кремля. Очень красивый собор. В честь святого Александра Невского закладывал первый камень, так сказать, фундамент будущего храма лично Мария Федоровна, императрица. И в честь всех Александров. Он, так сказать, был освящен, как Александр Невского, собор. Собор был построен в 1902 году в декабре. На освящении была вся императорская фамилия. И вы знаете, он счастлив тем, что практически все годы без времени нашего отхода от христианской веры, от всего, от православия, он продолжал быть действующим. Очень немного. В конце 40-х, начале 50-х годов собор закрывали. Мы снова открыли и продолжает у нас рука. Этот собор связан с именем нашего удивительного христианского воина интересного, знаменитого нашего Лукицы. Потому что на сайте этого храма отец Николай был дружен с воиной Синецким. И, так сказать, Никиша очень часто приезжал в Ялту, к нему в гости, и был на службе, вел службу в этом соборе. Вот такой Александр Невский собор. Мы сейчас вам еще отпущу марафон, если вы можете кто-то сюда вернуться, тут подняться буквально 4 минуты. Через дорогу можно пойти в собор. Вот такие торговые минуты. Можно сюда с этой зданием, его, так сказать, постояльцами, это целая страница, огромная страница истории культуры России и Ялты. Сколько только не было. И Антон Павлович останавливался, и Николай Алексеевич Некрасов, вот именно здесь, гостиница «Россия» с доктором Боткиным останавливались. Здесь жил Сергей Пшенский, здесь останавливался труппа художественного театра, все здесь были. Здесь 13 лет своей жизни провела известнейшая прима императорского театра Мариинского, великолепным сопрано, госпожа Мравинская Лимравина. Она заболела горловым туберкулезом, перестала петь и приехала в Крым. Значит, здесь ее навещали, ее четвероюродный брат Игорь Пашетверянин, и ее сводная сестра Александра Калантай, первая женщина-дипломат в советском правительстве. Вот они все были. Это здание было самым комфортабельным зданием гостиничным, вы не поверите, всех курортов тогдашней Европы. 150 номеров, газовое освещение,
Сразу, как только была возможность водопровода и канализация в Ялте была рано проведена, Ялта была в числе 10 городов Российской империи, которая в 90-е годы 19 века обзавелась плавной канализацией. Улица сегодня называется Игнатенко, коммунальная, а до революции первая улица с названием Елизаветинская, в честь Елизаветы Третьей Воронцовой. А эта часть называется Графский проезд. Это земли адмирала Российского флота, Черноморского флота, адмирала Мартынова, его и его сына. Почти 100 лет они владели. Вот эти огромные гостиницы, гостиница Крым, гостиница Южная, Кусто. Дальше красивое здание, какое-то революционное. Этот проезд называется Графский сейчас, между этими революционными зданиями слева. Старая Ялта. Нет, я знаю, что это. Ну, он спал. Значит, где-то он тут.